Лежу ногами до смешного в разнобой. Из неба сыпется перхоть, перхоть крошками с плеч. Я чернел свою юность самой. Всем здарова, друзья. С вами Феникс. И я не удивлюсь, если каждому из вас писали такие маркетинговые команды. Маркетинг. Да, короче, компании маркетинга. Но с целью рекламы. Вот, мне написали, типа, Евгений, привет, рада видеть в кругу своих друзей в ВК. Я написал привет. Евгений, добрый, ну, это... Через 40 минут пишет. Евгений, добрый день, давайте маленько познакомимся. Расскажу маленько о себе и надеюсь на обратную связь. Я предприниматель, участвую в одном проекте, ищу партнеров для бизнеса. Могу поинтересоваться по делу. Ну-ка, на пару несложных вопросов. Я отвечаю, давайте. Она, ок, спасибо. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, на чем специализируетесь, чем увлекаетесь. Хочется понять, насколько наш проект подойдет к вашей деятельности, к вашему увлечению. Но в это время я залез к ней на страницу и увидел, что тут Кастрельёб и первый пост 21 июня в 15:05. То есть буквально в этот же день она сделала первый пост. Я написал, я в частности занимаюсь строительством сайтов. Профессия у меня графический веб-дизайнер. Так, не обращайте внимания, это малой шумит там. Ладик. Смеется он. Так, давайте лайк за Влада поставим. Ну и мы сейчас разоблачением будем заниматься. Она написала, Евгений, хорошо, надеюсь, наш проект окажется вам интересным. У нас в команде, кстати, много успешных людей, которые ранее зарабатывали подобными способами. Все они сейчас успешно развиваются в новом для себя направлении, работая дома в свободное время. Вы что-нибудь слышали о компании NL International? Нет, что она из себя представляет? Хотел ли бы получить возможность создать свое собственное дело? Через интернет партнерство с компанией, которая с 2003 года на рынке... Moving on, we have Monster Hunter Online. Well, just... 2003 года на рынке и пережил не один кризис, очень стойко, который дает такие перспективные, как пассивный доход, и вообще стать независимым, свободным человеком в жизни. Я, конечно, тебе в первые два месяца, 2-3 месяца золотой горы не обещаю, но 20-30 тысяч рублей заработать сможешь. Потом динамика будет гораздо интереснее. Castrelioga.ru Personalization. Евгений, посылаю ссылку на презентацию нашего проекта. Здесь подробная информация. Как посмотрите, пожалуйста, напишите мне интересно узнать ваше мнение. Также вместе разберем возникшие вопросы. Переходим на сайт. Кто-то вы картаете и читаете в личном сообщении ВКонтакте, Фейсбук или Инстаграм участнику проекта, надо на чьей странице ты увидел данную презентацию, напиши «хочу в проект». То есть, не делайте поспешных выводов, я вам сейчас все расскажу. Так. Блин, телефон немножко потупливает. Так. Но это смайлик отправил. Я не согласен такое. Домен был зарегистрирован недавно. Я не доверяю. Вы писали, что с 2003 года. Домен зарегистрирован в 2018 году. Хороший подход, но не для меня. На то время регистрации домен сказать, и когда он пишет и скидывает такие сайты, переходите на всем известный сайт для самперов. Когда кто-нибудь покупал аккаунт там, они все время, администрации чекала через два IP-адреса. И вот, смотрите. Сейчас, сайт. Вадя. Так, вставить. Ой. Сейчас копируем сайт. Поставим. Ладно, Владик.
За Влада лайк. Прошло. Так. Копируем ссылку, которую нам дали поставщики. Переходим сюда. Вставляем. Убираем страницу. Ну, вот эту. Оставляем. Ну, слэш тоже убираем. Код подтверждения. Но это я уже несколько раз проверял. 5, 7, 8. Нажимаем проверить. И опана, что мы видим? Данный сайт стоит на хостингере. Вот мы видим, да, сервера. Регистр, делегейтед, верифит. То есть, он зарегистрирован, подключен и верифицирован. Приватный персона, заметьте. Регистратор этого, это regroot-ru. Админ контакт, regroot, voice админ контакт. Домен был создан в 2018 году. В июне. И, ну, 2 июня. В 7.49. Вот. Потом спускаемся ниже. И тут мы видим, ну, это данные от хостингера, какие он IP-адреса предоставляет. Country NL. Вот, мы видели. Так, спускаемся ниже. Ну, тут уже контактная информация о этом. Ну и все. И главное, видели? Я вам говорил тут то, что... То, что домен был зарегистрирован, но говоря то, что в рынке 2003 года, а домен был в 2018 году. Может, я что-то не узнал. Может, я что-то не то сделал. Но вывод в том, что... она... грубо говоря, так наёбывает людей и на этом небольшие деньги делает.